строимся. Аккуратно. Эти малыши отправляются на прогулку не реже 2 раз в день. Такого режима в дошкольном учреждении придерживаются с момента основания, точнее, с 1972 года. Тогда же на дворовой территории были установлены веранды, которыми пользуются и поныне. Конструкции изрядно обветшали, поэтому родители малышей решили подать заявку на участие в программе поддержки местных инициатив с проектом обустройства новых веранд. Хотим их улучшить, чтобы качество прогулок наших детей стало гораздо лучше. Также добавить МАФ, шкафчики, чтобы были для хранения игрушек непосредственно в беседках. Ну и более современные условия сидения, чтобы деткам было удобно и сидеть, и отдыхать, играть свободно. Предложение поддержали все родители воспитанников детского сада. Об этом они заявили на общем собрании, которое прошло в конце ноября. Кто за смену веранд? Поднимите руки, пожалуйста. Свой проект в рамках программы поддержки местных инициатив выдвинули и родители учеников старших классов школы номер 7. Они заявили о необходимости установки пластиковых окон в кабинетах. В здании 1973 года постройки рамы не менялись с момента основания. Лишь в отдельных местах, а требуется повсеместное обновление. Окна очень старые, рамы тоже старые, приходится и тяжело их утеплять. Мы уже чем только не пробовали это делать. Ну и, наверное, даже боитесь прикасаться, да? Порой страшно открывать, когда мы их сами моем. Идея проекта нашла поддержку у родителей на общем собрании. За нее высказались 100% пришедших. Теперь им необходимо набраться терпения и ждать вердикта конкурсной комиссии. В случае, если родителям будет оказана поддержка, в учреждении произойдут столь необходимые перемены. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».